На прошедшей 13 сентября 2020 года встрече футболистов Монако и Нанта в игре третьего тура чемпионата Франции команда Монако одержала победу со счетом 2-1. Игра проходила на территории княжества, на стадионе Луи II. Авторами голов стали Софиан Дио, забивший мяч в ворота противника на 5-й минуте, и Вилем Жобель, он отличился на 65-й минуте матча. Красивый гол забил монегаском Людовик Блас на 65-й минуте встречи. Александр Головин, полузащитник сборной Монако из России, к сожалению, в игре не участвовал, выйти на поле ему помешала травма. В общей сложности в трех турах чемпионата команда Монако набрала 7 очков против 4 баллов Нанта. Сегодня монегаски находятся на втором месте таблицы Лиги 1. А для Нанта поражение стало первым в сезоне.